Мы с вами начинаем изучать курс «Разработка приложений на Python». Сегодня у нас первое занятие. Лекция, которая называется «Введение в программирование на языке Python». Сегодня мы с вами повторим все, что вы знаете о программировании из прошлых курсов. Мы повторим языки программирования, их назначения, парадигмы программирования. А также познакомимся с назначением и областью применения языка программирования Python, с начальной установкой и рассмотрим первые возможности работы с этим языком программирования. Как известно, развитие языков программирования зависело от решаемых задач, вернее, от расширения области решаемых задач и от технических возможностей компьютеров. Поколение языков программирования вы видите на экране. Первые два поколения – это языки программирования, которые напрямую связаны с архитектурой конкретной ЭВМ. Третье поколение – компилируемые языки, в том числе C и C++, это языки, в которых вся программа, весь код, написанный программистом, сначала переводится в машинные коды, транслируется, и только потом исполняется. Это было связано с тем, что технически ЭВМ не могли себе позволить работать параллельно, то есть переводить и выполнять программу. Но со временем производительность компьютеров выросла настолько, что оказалось возможным не просто компилировать программу в бэчный код, а сразу исполнять программы код за кодом, строчку за строчкой. Такой способ называют интерпретирование. К интерпретируемым языкам относится и изучаемый нами язык Python. Интерпретатор может работать в двух режимах – интерактивном режиме и скриптовом режиме выполнения скрипта. С режимами работы интерпретатора мы познакомимся чуть позже. Интерпретируемые языки проще в освоении и использовании. Но их область применения ограничена, так как эти программы не могут взаимодействовать с процессором напрямую. Производительность существенно ниже, чем у компилируемых. Они используются там, где либо время исполнения программы не критично, либо в случае, когда программа пишется на один раз. Но здесь имеется в виду на один раз не на решение одной конкретной задачи, а на область применения. К примеру, PHP является языком для создания сайтов. И только для сайтов. Да? Вот это считается задачей на один раз. Промежуточное положение между компилируемыми и интерпретируемыми языками занимают языки виртуальных машин, самыми распространенными которых являются Java и C#. Для них компиляция происходит не в двоичный код данного конкретного процессора, а вот двоичный код специальной виртуальной машины. Иногда его называют байт-кодом. Хотя языки виртуальных машин намного ближе к компилируемым, нежели интерпретируемым, они возникли позже интерпретируемых, и поэтому их условно выделяют к языкам пятого поколения. Следует иметь в виду также, что некоторые языки могут быть как компилируемыми, так и интерпретируемыми. Парадигмы программирования. С таким понятием, как парадигма, вы также знакомы. Напомню, что парадигма программирования – это совокупность идей и понятий, определяющих стиль написания компьютерных программ. То есть это подход к программированию. Парадигма программирования не определяется однозначно языком программирования. Практически все современные языки программирования в той или иной мере допускают использование различных парадигм, то есть это мультипарадигмальное программирование. Существующие парадигмы зачастую пересекаются друг с другом детали, и довольно часто у разных авторов встречаются одинаковые названия из разных парадигм, хотя они говорят об одном и том же явлении. Считается, что все парадигмы делятся на две большие части. Это на императивное программирование и на декларативное программирование. Императивное программирование – это
парадигма программирования, которая описывает процесс вычисления в виде инструкций, изменяющих состояние данных. К императивному программированию можно отнести структурное программирование. Классическим примером является язык C. Объектно-ориентированное программирование – это C++. Декларативное программирование – это парадигма программирования, в которой вместо пошагового алгоритма решения задачи задается спецификация решения задачи, то есть описывается, что собой представляет проблема и что требуется получить в качестве результата. Декларативные программы не используют понятие состояния, в частности, они не содержат переменных, не используют операторов присваивания. К декларативной парадигме можно отнести функциональное программирование. Ну и отдельно стоит визуальное программирование. Это программирование, если просто сказать, под Windows. То есть, когда у нас имеется окно, имеется форма, имеются кнопки, поле ввода и так далее. Остановимся немножко на структурном программировании. Структурное программирование – это методология разработки программного обеспечения, в основе которой лежит представление программы в виде иерархической структуры блоков. В соответствии с данной методологией, любая программа состоит из трех базовых управляющих структур. Это ветвление, это цикл, ну и самая простая структура – это последовательность. Кроме того, при такой парадигме используется подпрограмма. Следование принципам структурного программирования, то есть создание программ сверху вниз, сделало тексты программ, даже больших, крупных, нормально читаемыми. Да? То есть как бы они сжались, собрались в одном месте. Стало понятно не только разработчику, но и тому, кто смотрит эту программу со стороны. Python использует эту парадигму, сами структуры, последовательность, ветвления и циклы, как вспомогательную парадигму. Объектно-ориентированное программирование – это методология программирования, основанная на представлении программы в виде совокупности объектов, каждый из которых является экземпляром определенного класса, а классы образуют иерархию наследования. В основе концепции объектно-ориентированного программирования лежит понятие объекта. Это некая сущность, которая объединяет в себе поля, то есть данные, и методы, то есть выполняемые объектом действия. Это вы все знаете из прошлых курсов. Тут следует отметить, что с самого начала Python проектировался как объектно-ориентированный язык программирования. То есть все данные в Python представляются объектами. С этим мы будем неоднократно встречаться в дальнейшем изучении курса. Программа является набором взаимодействующих объектов, посылающих друг другу сообщения. Каждый объект имеет собственную часть памяти и может иметь в составе другие объекты. Каждый объект имеет тип. Объекты одного типа могут принимать одни и те же сообщения и выполнять одни и те же действия. Функциональное программирование – это парадигма программирования, в которой процесс вычисления трактуется как вычисление значений функции в математическом понимании последней. Эта парадигма противопоставляется парадигме императивного программирования, который описывает процесс вычисления как последовательное изменение состояния. При необходимости в функциональном программировании вся совокупность последовательных состояний вычислительного процесса представляется явным образом, например, в виде списка. Функциональное программирование предполагает обходиться вычислением результатов функции от исходных данных и результатов других функций, и не предполагает явного хранения состояния программы. Соответственно, она не предполагает изменяемость этого состояния. Функциональное программирование является одной из парадигм, поддерживаемых Python. Основными предпосылками являются наличие функций высших порядков,
развитые средства обработки списков, рекурсия, возможность организации линейных вычислений. С этим мы также с вами познакомимся чуть позже. Визуальное программирование также поддерживается Python с помощью библиотеки Tinker. То есть можно создать вот формы, окошки и работать с визуальными эффектами. Области применения программирования. В настоящее время программирование широко вошло в нашу жизнь. Результатами программирования мы используемся везде и всюду. При этом областями программирования являются системное программирование, да, мы создаем операционные системы, программирование встраиваемых устройств, какие-то технические части, программирование видеокарт, программирование высоконагруженных серверов. Через двоеточие у вас перечислены те языки программирования, которые поддерживают данную область программирования. Необходимо обратить внимание на пятый пункт. Это программа для работы с базами данных. C-Sharp, Delphi, Python, Ruby – это языки, которые позволяют строить, скажем так, визуальный контент для работы с базами данных. А непосредственно с данными внутри баз позволяют работать языки запросов, такие как SQL. Python поддерживает системное программирование. На нем можно писать графические интерфейсы пользователя. Можно использовать веб-программирование. Python очень хорош для разработки компьютерных игр. В принципе, компьютерные игры можно писать и на C, и на C++, и на других языках, компилируемых и интерпретируемых. Но на компилируемых языках игры пишутся долго. Популярность игры актуальна вот в данный момент. Если игра у вас будет написана, например, на год позже, она потерпит фиаско. Python очень широко себя зарекомендовал в научном программировании. Это язык такой общего назначения, который можно использовать в разных областях применения. То есть еще разок повторюсь. Python можно использовать в системном программировании, в разработке программ с графическим интерфейсом, в разработке динамических веб-сайтов, в интеграции компонентов, в разработке программ для работы с базами данных. Это быстрое создание прототипов. Также Python используют для разработки игр и разработки программ для научного вычисления. Язык Python, еще раз, интерпретируемый язык, который работает в интерактивном и скриптовом режиме. Для того, чтобы установить Python, существует три способа. Это установщик с официального сайта, это использование специальных сборок и установка штатными средствами операционных систем. Если вы обратите внимание на возможности операционной системы, то для нас наиболее выгодным будет это установить Python с официального сайта. То есть для того, чтобы установить Python, мы работаем с Python 3, третья версия, нам необходимо с сайта python.org скачать Python 3. Путь указан. После загрузки и установки Python мы открываем IDLE. Это интерактивная среда разработки приложений. Да, то есть это среда, которая поставляется вместе с дистрибутивом Python. При загрузке IDLE у вас выйдет такое окно активное. Три знака «больше» означает приглашение в работу. То есть вот в этой среде, в этом режиме, вернее, это интерактивный режим. Можно Python использовать непосредственно как калькулятор. Например, вычислим значение арифметического выражения 5 плюс 7 умножено на 2, 7 на 2 – 14 плюс 5. Тут же нам Python выдает ответ 19. Можно работать не только с числами, но и со строчками. Со строками, вернее. Hello plus students, hello students. В данном случае Python поддерживает парадигму объектно-ориентированного программирования, то есть идет переопределение, перегрузка операций сложения. Можно использовать функцию print. Выйдет тот же результат. Аргументы мы
сложили, вывели на экран. С функцией print познакомимся чуть-чуть позже. Математические операторы, которые можно использовать при работе с числами. Вообще следует иметь в виду, что Python поддерживает работу как с целыми числами, так и с вещественными. Можно использовать такие операторы, как сложение, вычитание, деление. Это деление в математическом смысле. Целочисленное деление. Возведение в степень две звездочки и остаток от целочисленного деления. Данный оператор вам знакомый из курса программирования на C++. Более того, помимо стандартных выражений для работы с числами, в составе Python существует несколько модулей, позволяющие использовать более сложные математические функции. Это модуль MAP. Работа с случайными числами, модуль random. Модуль для работы с комплексными числами, CMAP. Для подключения любого модуля мы должны набрать после приглашения команду import и указать тот модуль, который мы хотим использовать. Import MAP мы подключаем модуль для работы с математическими функциями. Дальше мы указываем, что мы будем работать с этим модулем через точку обращения к объекту с конкретной функцией SQRT и аргумент. SQRT, как и в языках программирования во всех, это корень квадратный. Да? Корень квадратный 49 – это 7. Точно так, при работе с случайными числами мы подключаем модуль random, указываем, что мы работаем с этим модулем. Конкретно мы хотим сгенерировать конкретную функцию random. Так как эта функция, так же как и SQRT, аргумент всегда пишется в скобках. Если аргумент отсутствует, то скобки у нас будут пустые. Сгенерировал случайное число. Модуль CMAP, комплексные числа. Так, здесь у меня не видно, как он подключился. Но то точно так. Подключаем модуль import CMAP. Дальше говорим x равно комплекс. Когда мы выводим x, мы будем выводить наш аргумент в виде комплексного числа. 5 плюс 7g. Итак, подведя итоги, что можно сказать? Что, верну сейчас к этому позже, Python — это мощный, высокоуровневый, объектно-ориентированный язык программирования общего назначения, который был создан Гвидо ван Расселом. Он предназначен для создания приложений различных типов и веб-программирования, и игры, и настольные программы, и работа с базами данных, также машинное обучение, искусственный интеллект. Особенности языка — это скриптовый язык. Поддерживает различные парадигмы программирования. Язык интерпретируемый, который поддерживает портативность и кроссплатформенность. Кроссплатформенность, как мы знаем, то есть это перенос программы под любую операционную систему. То есть если у нас есть программа, написанная на Python, она работающая, то при переносе, например, с Windows на Linux, ничего менять не надо, программа заработает. Язык, который поддерживает динамическую типизацию, он не требует явного объявления переменных и является регистрозависимым языком. Я пропустила print функцию, да, функцию вывода. Посмотрите самостоятельно, но более детально с принтом мы остановимся с вами на практическом занятии. На экране вы видите и вопросы для закрепления, на которые вы должны ответить, ну и список рекомендуемой литературы. С полным списком вы можете познакомиться в Силабусе.